тобой присматривать не смогу. Росси Фримонт. А так надеялись на этот район. И что в итоге? Теперь все банды под одной крышей. Раньше ходили район на район, теперь сосед на соседа. А остальные жители? Кто не с нами, тот против нас. Я тут осмотрюсь, выясню, что они намутили. Айпишник Дэмиана ведет сюда. Это место настоящая крепость. Один я не пробьюсь. Ладно, подрублюсь к их сети. Посмотрим, что там к чему. Старайся, пока можешь. Ты это заслужил. Серьезно. Я тебя наколол. День как был говном. Пардон. Я хоть ходить умею. Думаю, вряд ли строители сюда вернутся. Каски не спасут их от двустволок, точно говорю. Я был здесь, когда... Шел вон тебе отсюда! Тебе тут не место! Шустрее! Вали! Пердонами. Я думал... Извините, что? Эй, что-то нужно мне. Просто радуйся, пока можешь. Ты это заслужила. Серьезно. Десятку тому, кто доставит мне ублюдка. Черт, искать! Вали, я записываю. Так, вот оно. Наследие. Наследие Ирака. Весь респект сейчас у Куина. Хренов скелет его, бандюгана. Старые пердуны. Застряли где-то в 20-х годах. Приходится иметь с ним дело. Но мы друг другу не доверяем. Но хоть на одном языке говорим. Thank you.
что там такое? Вайс-Ройс отрубили сети ОС по всему Росси-Фримонт. Перенаправили все сигналы. И в офлайне не только сети ОС. Весь район. Тут жутко. Такое ощущение, что прошла война. Понятно, почему Блюм бездействует. Проблем с деньгами у них нет. Странно это. Почти готово. Думаю, власти Чикаго сильно недооценивают Вайс-Ройс. Они не просто бандюки. То есть все стало еще сложнее? Да. Боюсь подумать, что мы найдем внутри. Ладно, вернусь в бункер. Подключусь и посмотрю, что они скрывают. Все готово. Да, связь есть. Теперь ты сможешь заглянуть в Росси-Фримонт. Спасибо за все. Ты сильно помогла. Ха, такое приключение. На этом все? Нет. Это только начало. Мне надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И разберусь с ними. Со всеми, кто причастен к смерти Лены. Ты еще тут? Да. Я здесь. Ладно, до встречи. Тобиас, откуда узнал номер? Слушай, у меня для тебя есть кое-что интересненькое. Полиция выкидывает очередную партию пушек на улице. Они их целыми ящиками продают под прикрытием. Стой, я же сканировал. Так, сейчас отслежу сигнал. Нифига. Ого-го-го-го! Джекпот сорвали! Послушай, слушай. Трекеры связали стволы с местами преступлений. Можно даже угол выстрела узнать. Они что только не делают. Воровство, шпионаж, заказные убийства. Думаю, полиция Чикаго с таким не справится. Твою мать, чувак, это ж самые настоящие спецагенты. Встретимся в магазе, вдруг я узнаю, где они. О, привет! Эй, нашел что-нибудь? Только нычку одной элитной банды, на них 17% нераскрытого криминала в городе. Не знаю, это считается за что-нибудь? Кидай. Считай, что уже кинул.